ордена. Парашют, что ли? Сейчас ран, 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 да. Найти второе устройство до взрыва. Рыцари, минутку внимания. Нам надо. Тут эту девушку менять можно? Нет, Зиза, тут вообще ни хрена не можно. Правда, у меня за предзаказ тут какой-то другой костюм должен быть. Ну где он? Хер его знает. Плюс еще у меня... Мы вернемся, как только сможем. Какое-то оружие дополнительное. Я не знаю, что за предзаказ, я ничего не ощущаю, чтобы у меня было что-то особенное. Блин, вот. Wipe S4. Ради меня. Ремикс, ты же можешь по-русски говорить, что ты, блин? У меня сейчас друг стримит, а я тут. Ай-яй-яй. Я же твой друг. Шиба это. Тут рядом пост охраны. Покажи мальчика. Могу еще так показать. Она длинная у меня. Я просто с подушкой сижу, потому что мне руки удобнее на подушку положить. Люся, переоденься, да ёкарный бабай. Я и так, блин, переоделась. Хорошая майка, чё ты, блин. Во что я должна переодеться? В вечернее платье? Или в ночнушку? Что ты хочешь от меня? Управление голосом, да, вот оно. Я ими вообще не пользуюсь. Блин, как красиво, а. Я останусь на дирижабле, ребята. Тут очень нравится. Тут круто. Полетели такие на воздушном шаре. Какой шар прикольный, из трех частей состоит. Это как-то интересно. Блин. Так, слушайте. Я, походу, действительно тут остаюсь, потому что я не врубаюсь. А, вот все. Ой. Options арсенал. Чё? То есть ты нашла, с кем, блин, Борн будешь в кого проходить? Я не нашла. Я в поисках. Ребята, кто со мной будет Bloodborne проходить? Признавайтесь. Не знаю, может, и в одиночку. Вообще, я привыкла в одиночку все делать. Но там, наверное, можно начать в одиночку, потом кто-нибудь там присоединится. То есть, ну, как-то так. В процессе разберемся, я думаю. Я буду здесь. Попробуйте попасть в оружейный трюм. Красивый шорт. Это леггинсы. Вау. День пуховик на голое тело. Крысы бегут с тонущего корабля. Ой, мальчики, даете. А, в игре? Как? Платинка готова. Ой, какой ты молодец. У меня еще не готова. Я еще даже не прошла. Подожди, а как я в игре тебе переоденусь? Я в игре не могу переодеться. Может, мне надо раздевалку найти? Наверное, да. Переодевалку. Персонаж переодень. Как? Алистат, как его переодеть? Ну-ка, рассказывай. Настройки, архив вот у меня есть. Кстати, здесь очень много всякой болтовни. Арсенал. Слушайте, слушайте, у него действительно... Так, а я сейчас в какой одежде? Ага, ну-ка. Куда я опять зашла? Вот. Вот в этот, наверное. С последней контрольной точки. Форма красный мундир. А когда у меня была контрольная точка? Короче, сейчас я дойду до контрольной точки. Ах, тебе пофигу. Дойду еще раз. Я переодеваюсь. Очень тебе завидую. Стоп.
станция отправит кого-нибудь взорвать второй заряд. Это женщина или ее сообщник. Блин, что за фигня? Я в такой же одежде осталась. Я, кажется, сейчас. Вот, по-моему, другая одежда. Форма черного рыцаря. Та женщина или ее сообщник. Так, может, я с тобой? Вова, у нас с тобой будет сумасшествие, если мы будем с тобой вдвоем стримить и играть. Это будет жесть. Жаль, память стереть нельзя себе. Блин, Вова. Про игру, да? То, что ты ее смотришь из-за этого. Все добровольцы, скорее всего. Не, сюда, Вов, мы с тобой не сможем, потому что мы одновременно будем стримить, и это будет крейзи. Ты будешь говорить, я буду говорить, нам надо будет одновременно с чатом говорить. И вообще, ты что, Bloodborne берешь? Нужно найти второе устройство. Do you have a favorite game? Yes. The last... The, блин. Короче. The Last of Us and Uncharted. And Metal Gear Solid 4. Я буду здесь. God of War. 1, 2, 3. Ico, Shadow of the Colossus. Many games. I love many games. Наверное. I like. Что это? Так. Любимую игру спрашивает. Я сказал. В арсенале переоденься. Я же переоделась. Можешь в шубе стримить, Борн? Ты чё, блин? Как тебя назвать-то? Ты какой-то... Пристал ко мне с этой одеждой. Стилист какой-то ты. Меню Арсена. Да, да, да. Одежда глючит тут? Так я переоделась или нет? Вот я разницы что-то не вижу. Глючит. Глючит. Одежда глючит. Пипец, блин. Нажрись по-черному, все же. Не, жраться не надо, ребята, не пейте вообще. Клетки мозга умирают, когда вы бухаете. Я вам не советую это делать. Послушайте девушку, которая вам не советует. Так, good test. Ага. Девка, здорово. Так, ну-ка. О, арсенал. Йо, да я же, блин, что, я выбирать еще должна? А что это? О, пускай такое будет. Люсандре. Ой, нет, такой мне не нравится. Вот такой мне нравится. А гранаты-то есть? Что за фигня? Мне гранатки надо. Отличный вкус на игры. Ну, охранники компании Рио, все самые крутые стол. Игры люблю, понимаю, в общем-то. Вкус обычный. Плюс я еще, конечно, люблю игры с других приставок. Марио, Зельда, Свию, Фейбл 2, Gears of War и Хейла это с Xbox. Так что я люблю не только игры Соньки, конечно же. Ты заметила, что у тебя майка почти прозрачная? Нет. Я не заметила такого. Зато ты заметил. Ты, блин, что, только на майка ты смотришь, что ли? Хватит там замечать все. Кошмар какой-то. В Uncharted можно через стену проходить. Да, особенно... О, там столько глюков в Uncharted. Но это все равно очень качественная игра.
Так что там в мультиплеере глюков было дофига и больше. Ты играла в Средиземье Тени Мордора? Нет. Я слышала, что игра такси. Не очень. Повстанцы перешли к решительным действиям. Ты комменты с опозданием читаешь. Да блин, да. Ну, потому что я еще играю одновременно. Все равно мы должны их остановить. Я пью, у меня все хорошо. Да, я очень стараюсь читать их не с опозданием, но у меня. Я пока отвечу развернуто на какой-нибудь коммент один. У меня получается, что вы уже много чего написали. Я, ну, если бы я читала коммент Соньки, то было бы все точно так же, короче. Ну вот, там они же тоже с опозданием сюда приходят. Люся бы ее переодел. Ты мой коммент пропустила, да? Ты заметила, что у тебя майка почти прозрачная? Я же сказала, я ее не пропустила вообще-то. Я же тебе сказала, блин, ты... Как ты это вообще заметил? А я не заметила. Вот что странно. Го в Майнкрафт? Ты с ума сошел вообще? Ты меня за кого принимаешь? Я тебе чё, блин... Понимаешь, в Майнкрафт, по-моему, играют только маленькие мальчики. Ой, ой! У меня гарнитура затрещала. Я, конечно, не хочу обижать, например, Стаса, который в Майнкрафт играет. Но вот у меня, например, младший брат был фанат Майнкрафта, а сейчас, по-моему, уже нет. Вот, я считаю, что вот это их уровень примерно. То есть для развития там какой-то фантазии и все такое, там можно, конечно, позависать в Майнкрафте, но взрослым людям там делать нечего. Нет, Эйка, Колосс, Фейбл. Что? Гиря 2 лучше. Мне больше третья нравится. Хотя все говорят, что вторая лучше. Ико, Шэдоу за Колоссус. Фейбл, да. Все, ты правильно понял. Ты все правильно понял. Такие вот разные игры мне нравятся. О! Начинается. Мятежник убит. Пойду спать, спасибо за стрим. Макс, спасибо, что заходил. Давай, пока. Gears of War 2 шикарный был. Да, хотелось бы в эти игры поиграть как в первый раз. Gears of War вообще здоровские. Хотя там тоже вот это... Йо! Охреневшая морда. Да блин! Вова уже спит, наверное. Что? Кирилл, ты с ума сошел? Вот он... Кстати, Вова, я не поняла, это шутка была или нет, то, что ты банишь тех, кто про меня говорит. Скажи мне уже, чтобы я успокоилась, ладно? Я уснул во время Люсиного стрима. Ну блин, а ты единственный взрослый. Да дай мне пройти! Он мне пройти не дает, господи. Двигай свою задницу. Да что такое? Ребята, блин. Фух. Это было трудно. Да, ты маленький, Стас. Go в НХЛ. Да ну вас... В НХЛ, блин. Борн, ты всегда был недоволен тем, во что я играю. В НХЛ теперь ему подавай. Привет из Краснодара.